Всем привет, друзья! Вы на канале Шедер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами историю Мушонка Министреля. И находимся возле Фауста, алхимика, который обещал мне дать противоядие. Я тут оставил игру на какое-то время неподвижной, но ничего не произошло. Видимо, просто стоять, ждать не получится. Я к нему только что подошел, он сказал: «Вали отсюда, еще зелье не готово». Короче, я пошел тогда дальше. Немножко поброжу, может быть, грибы пособираю, а потом сюда уже вернусь. Как говорится, за противоядием, которое он приготовит. Ну что, стоять зря. Видимо, надо, чтобы мы отсюда вышли. Другого, видимо, не дано. Пошли грибы собирать. Делать-то больше здесь нечего особо-то. В нашем замке, если посмотреть по квестам, заданиям, то у нас с вами тут осталось. Что тут у нас осталось? Собрать комплект доспехов, найти противоядие от паучьего яда. Это подготовка снаряжения. Противоядие. Подождите, пока Фаус приготовит зелье. Это все одно и то же. Вот эти грибы, да, надо их много собрать. Большое количество. Блин, я не успею добежать, реально. Придется палочку бросить. Я не успею добежать в доспехах. Давай палку бросим. А может бы и успел? Ну не знаю, последний момент. А, я прыгать не могу, не успел бы. Так вот, соберем грибы сейчас спокойно. В доспехах. Нам никто мешать не будет, кроме пчел, конечно же. Пчелы нам не дадут, это нормально. Стоять, а где ты? У меня постоянно здесь проблема. А, через низ заходить надо. А можно и через верх. Спокойно соберем. Повоюем с пчелами. И ключ от арсенала мне бы найти. Еще ключи нужно бы найти от сундуков, там, где рыцари отдыхают. Это было бы здорово. Но я не знаю, где их искать, если честно. Сейчас найдем какое-нибудь занятие себе в этом замке. Забавно я выгляжу, конечно, особенно двигаюсь, когда... Очень забавный мышонок. Двор. Вот, теперь я могу здесь стоять спокойно, и никто мне ничего не сделает. Правильно? Правильно. Супер. Красавец просто. Дай на тебя хоть посмотрю, кого я воспитал. Можно взять какую-то информацию у... вот этого вот барыги, который здесь стоит. О, палка. Она-то мне и нужна. Ну, давайте пока сами поищем. Давайте сейчас я сохранюсь. Сначала грибы сделаем. А потом уже будем тогда информацию покупать. Где брать ключ, где брать яйца жука. Кстати, я так и не нашел их. А, в грибную поляну можно же попасть, не бродя по замку. В нее же можно попасть через наш тайный ход справа. Слушайте, вот этих друзей, их же можно как-то обворовывать, нет? О, свободно вообще. Так можно их и не убивать, как я раньше это делал. Ну, не убивал, а вырубать. А что вот это за тюрьма? Чего-то я не могу войти, друг мой. А я сохранился или я просто залез? Я не помню. Нет у него... Фу! У него нет, у него ключа никакого нет. Я проверил даже там. Нет тут ключа, короче, нет. Ладно, пошли за грибами. Самая, что ни на есть, погодка грибная у нас сегодня. Я бы, конечно, все поддал за ускорение побыстрее, но... Что есть... О, неужели дверь открыли? Я могу выйти. А прикиньте. А ну стоять. Друг, у тебя ничего вытащить нельзя, кроме... твоего вонючего носового платка. Нифига. А у тебя... Стоять, у меня что-то есть. Ну, платок я вижу и... Может быть, что-нибудь еще? А, нет. Ключей никаких нет. О, приготовил Фаус. Твою мать, стоял там час. Реально надо было туда выйти. Я теперь могу свободно теперь туда пойти. Но меня интересует кое-что другое. Неужели я могу выйти из замка? По идее, это возле меня, передо мной, вернее, они должны закрыть ворота. Палка не лезет уже.
Не должны же закрыть ворота, правильно? Смотрите, выход. Свобода! Какого хрена? Я же рыцарь. Какого хрена? Блин. Вот это еще надо сжечь. 25 очков. Вот то надо сжечь. 25 очков. Опыта все-таки-то, а? И здесь еще где-то есть такой же флаг. Вот здесь не знаю. Ладно, пошли за грибами. Давайте не отвлекаться. Зараза, я думал, сейчас могу выйти из замка. Видели, какие там пейзажи? Так, место мое дорогое. Это я сейчас в арсенал спускаюсь. Двери здесь открыты. Надо внимательно смотреть на стены. Может быть, я что-то упустил. Может быть, какой-то ключ. Вот эту штуку упустил. Ну, понятно, я сюда выбегал в большом ужасе. Где-то может на стене висеть ключ. Свечи не лезут, что я ими не пользуюсь. Вот, вот это. Ключ от склада арсенала. Точно надо найти, будет. Брезант, брезант, брезант. Кузнецу в кузницу. Вот это еще надо у кузнеца спросить, что за брезант. Может, у него ключ еще какой есть. Так, привет. А, я тебя уже обобрал, поэтому у тебя ничего нет. Ну ладно, пошли грибы собирать. Ну, вернее, даже не грибы собирать, а эту местность осматривать. Я здесь практически не был, так сохрани здесь. Мало ли что с тобой случится там, вверху. Мы же хорошо помним, что единственное место нормально сохраниться, это здесь. Давай, друг мой. Ну, теперь можно идти за грибами. Или по грибы. Медленно, но уверенно. Зато можно не бояться ничего, кроме пчел, наверное. Так, мы с тобой можем разминуться. Не задавай вопросов, что у меня за балалайка на спине, не задавай. То хуже будет. Подожди, здесь есть второй сход. Нифига себе, вот этого я не видел. Это куда еще выход? Ёшкин кот. Еще какая-то дверь. Ёшкин кот, я в центре замка. Это я тут могу подняться к Силосу, если надо. Вот как они короткие пути здесь сделаны. Обалдеть, конечно. Быстрый проход к Силосу, например, через арсенал. Круто. Чем еще вы нас удивите? Класс вообще. Подожди, а вот этот вот вход, я так и не понял, зачем он нужен. Вот это вот, это же что? Это же то, что там что-то тоже есть. Ладно. А это что? Камни на месте. Это типа, чтобы я не сбегал, да? Да, вишня палки. Так, подожди, а на кое это мне надо тогда? А, можно бросить палку и прицепиться, наверное. Чтобы не ходить по лестнице часами, скорее всего. Другого объяснения не вижу. Так, дальняя башня. Смотрим теперь здесь. Здесь смерть, лучше не падать. Смотрим здесь. Здесь смерть, тоже лучше не падать. Хотя могут быть варианты. Грибочки. Где же вы, мои грибочки?
разного типа. Еще у вас много... А, вот башня какая. А, я же по этой дорожке не ходил. Здесь же постоянно ходил стражник. И портил воздух мне здесь. А, это наш замок. Мы по нему тоже там шли. Хотя здесь грибов уже нет. А где столько грибов мне еще взять? Там столько грибов еще надо найти нам. Вот ходит один приятель. Ну, это, собственно, он и ходит. А, здесь подъем есть какой-то. Да, мы сейчас с вами тут много чего найдем. Вот. Астролис, но это не то. Губчатка, да, нужна. Ну, тут надо... Вот проход какой-то. А тут чем можно подсветить? Да чем угодно. Хоть фонарем, может, это кнопка какая? Но это потом откроется, я думаю. Да, это действительно есть такое дело. Я тут в тоннельчике постоянно тусил, помните? Прятался. Но теперь-то прятаться мне не нужно. Давай посмотрим, что вверху, пока ночь не наступила. Хотя уже темнеет, по-моему, уже закат. Да, уже огонь начинает гореть. Давай сюда заберемся по лестнице, я тут не был еще. Что это такое за вход? Ух ты, интересно. Заходиться, конечно, здесь бы не мешало. А, вот и пожалуйста. Вау, что это за ворота? Это явно выход с локации. Подожди. 11-я красная роза, осталось всего 17. Че, нельзя, да, выйти мне? Нельзя. Но это, я не знаю, это выход или вход. Как по мне, так это вход. А ну стоять. Зараза, не догоню же. Я нет ключа сзади никакого. О, а вот эти сундуки. Как, чем они открываются? Ключ от сундука в обелисках. Чем они вообще открываются? Я не знаю. Тут еще говорили, какой-то спуск к озеру какой-то есть. Но это центральная башня. Это я башню уже обследовал. А где же здесь грибы добрать? Говорили, что здесь они в основном. Тут я особо-то и грибов не вижу, то если что. Может, у этого товарища, который ходит... А, вот, смотрите, тропинка пошла. Или что это за тропинка? Это к арсеналу тропинка. А выше тогда что? Куда этот тип ходит? Оу. Стой. Твою мать. Я его не могу догнать. Слушай, как когда? Оригинально он ходит. Все, платка нет. Выше еще есть проход. Арсенал направо. А мы с вами идем вверх, на север. Посмотрим, куда этот тип ходит. Арсенал-то справа. А вот здесь что? Губчатка. 5 из 8. Ну че ж вас брать-то столько? 6 из 8. Еще 2. Ну так это только эти. Остальные грибы где брать? Ого, тут лес еще какой большой. А, я здесь был. Я здесь сверху забегал, помните? Бушенка. 4 из 10. Нифига себе, сколько еще здесь грибов надо отыскать. Тут же капканы где-то здесь есть. Сейчас я чувствую, это прочувствую. Не захотел их палками разбросать?
Мне вообще-то ночью надо какие-то еще грибы искать. То ли при светке фонаря, то ли... Ну тут вообще ничего не видно, если честно. Давайте квест посмотрим. Грибник-любитель. Я нашел только два вида грибов, а мне надо 7. Соберите для Фауста образцы 4 разных ночных грибов. Я один нашел только, или лунный вельд. Как же его найти-то? Вот эта вот хрень висит. А ночью они спят? Хрен там они спят ночью. Вот тебе и пожалуйста. Попробуй здесь собрать грибы. Ну давайте сейчас шибану. Можно его сбить? Опа! А ты что, а прям сюда доходишь даже, да? Эй, не трогай. Видите, как он среагировал? Можно сбить вообще с одного раза бутылкой. Ну это я прокачал, конечно, бросок бутылки, видите? А пчел больше здесь нет, если она упала, да? Взрослая матка. Мед. Гнездо. Наверное, какие-то... О, грибочек. Млечница. Нашел 6 млечниц. 3 вида уже нашел грибов. Здесь покоится улей, его верный лук. Во, ночные грибы пошли. Смотрите, где они попад... О, капкан нашел. Здорово. Это мне нравится. И вот капкан. А, это уже сработанные капканы. Ну что, ночью придется побродить, а что же делать? Не знаю, с фонарем надо бродить или без. Вообще-то надо, конечно, подъесть немного. Правильно? Надо подъесть. Сколько там HP дает? Давайте доедим яблоки вот так, хотя бы, чтобы еще пережить. Вступление на один капкан. Мне тут много надо чего обойти. А где их искать? Вообще жесть. Тут же не такой большой лес, чтобы... Тем более я уже много чего обошел. А вот какая-то башня. Тут еще должны быть ульи. О, полуночник. Попробуй его найди. За башней прям находится. Грибы, которые ночью выползают. А, вот они, я их вижу. Или нет? А, это капкан. Так можно взять капкан, который ты уже использовал? Нет, нельзя, конечно. Я гриб вижу. Лунный вельд. Где-то тут еще пчелы должны быть. Пчелки. Наверное, матка пчел мне тоже нужна для каких-то целей. Так, это капкан, да? Да, его не видно. Давай, наверное, палочку у него бросим. Это была не палочка, это была смазь. Масло. Для стражника. Ты это сделал. Назад, 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 назад. Чего его не вижу? О, вижу. Годится. Мне нравится, что пчелы сразу умирают после того, как я попал в них бутылкой. По-моему, в жизни наоборот. Начинается долгое преследование, пока они не уничтожают того, кто бросил бутылку. Надпись.
Эти надписи я уже читал. Нужны ли они здесь? Грибы нужны. Так попробую их найти здесь еще. О, млечница, ночной гриб. Или нет, что-то не засчитали мне, что я нашел. Так, еще один капкан. Но его видно. Хотя давайте бросим палочку. Палочки точно вечные. А вот, о, гриб вижу издали прям. Мне бы какой-то радар грибной, чтобы я мог... О! Не топчи мне там грибы, ублюдок. Топтун. Вот гриб. Лунный вельт. Офигеть, сколько еще грибов найти надо. Ну вот один торчит. Тоже лунный вельт. Серпевик. Да. Тоже ночной гриб. А на мосту их нет? Таких грибов нет? Наверное, нет. Нам сказали искать здесь. Ну, давайте вдоль тропинки. Не знаю, вот еще что-то растет. Серпевик. Губчатка. О, здесь можно и дневные собирать, и вечерние. Видите, грибы? Ладно. Ну, не вечерние, а дневные можно собирать. Это хорошо. С одной стороны. А с другой стороны, ночью я здесь бывал вообще. Они могут быть теперь появиться где угодно, эти грибы гребаные. Может, даже в тоннеле моем любимом, где я прятаться люблю. Тут, правда, нифига не видно. А может, с фонарем они лучше видны? Но у меня фонарь-то не вечный. О, гриб. Нет? Нет. О, гриб. Ушенка. Ночевица. Сразу два нашел. И весьма такие крупненькие. Так, фонарь надо беречь, наверное. Капкан. О, еще один гриб. Ну, давай палочку. О, еще один гриб. Лунный вельт. И еще один капкан. Как я так в этот попал, а в Ке-2 нет? Блин, ну где же вы, грибы? Появляйтесь заново, пожалуйста. Не только в одном месте. Полуночник, офигеть. Как же вас отыскивать-то? Если вы так растете в углах прям. Хорошо, хоть стражники мне не страшны. Это представьте еще... От стражников прятаться. Я здесь ночью по кустам шарюсь. О, вот и гриб. Полуночник. О, капкан. Слышите, я тут всегда нахожу капкан. Всегда нахожу капкан. Вот в этом кусте всегда капкан. Или это не капкан? Это, скорее всего, куст какой-то опасный. Что-то не доказывается, что именно да, капкан бы сработал. Да в куст нельзя залазить, какой-то вообще опасный куст. Мне бы, наверное, не мешало сохраниться, чуть не погиб сейчас. Мне бы бочку какую-то найти, но уже рассвет, по идее-то, да? Ну да, уже светает, наверное. Слушай, стражник, помоги мне с грибами. Очень тягостно их искать.
А, вот куст, вот этот опасный куст. А, с колючками какими-то. А, вот гриб вижу. Плачущая вдова. Его даже мне не засчитали. Такой даже не знаю, что такое существует. Мозговик. Это дневные. Где вы находитесь, грибы? Помогите мне. Что это за куча? Ладно, будем несколькими заходами тогда сюда приходить. За одну ночь не удалось мне собрать все грибы. Это, конечно, печально. Хотя вот еще есть олух. Блин, да когда ж вы закончитесь-то? Сколько ж вас собирать-то? Гриполух. Или это он меня так обозвал? О, ночевица. Еще ни одного ночного не собрал, зараза. Стоять, это гриб? Похож, но не гриб. Интересно, интересно. А вот еще гриб. Ночевица. Собрал ночевицу. Ну да неужели? Хайд поэт душевой, волюный клинок из любимой. Та-та-та-та-та. Один гриб, вид грибов собрал, наконец-то. О, ушенка. О, мозговик. О, я мозговики собрал. О, серпевик. Серпевик еще не собрал. О, кошачий. Блин, кошачьих столько, они, видимо, кошачьи на этом, как его, блин, растут. На камне. Там просто грибное место было, вот только что угол нашел. Вот таких пару углов найти. И можно закрыть сбор грибов. Вот здесь они столько расплодилось. Еще бы столько бы. О, мозговик. Уже не нужны мозговики, видите? Их гораздо больше, чем они есть. Зараза, так дайте мне тех, которых нет. Во, еще гриб. Серпевик. Это ночной? Еще один серпевик. Серпевики собрал. Ночной. Так еще где-то столько же. Зараза. Хоть бы сундук еще открыть. Сундук не дали открыть. А, это не то. Я думал, блин, за гриб уже вижу. Издали. Хотя есть, наверное, какое-то, может, одежда. Которая позволит мне видеть грибы издалека. Мы здесь могли бы положить какие-нибудь пару грибов. Но я иду сюда сохраниться вообще-то. Я сюда не за грибами иду. Просто столько собрать и умереть где-нибудь в кусте каком-нибудь ядовитом. Это было бы очень жестоко. А, я не собрал все, что надо. Чьи это за ворота такие? Это явно побег. Явно побег отсюда. Крыса, помоги мне с грибами. Все равно без толку ходишь. Все равно ты меня уже не нашел. Так, направо это понятно. Мне сказали искать где-то здесь. Но я, по-моему, сделал все, что мог. А вот гриб, да? Нет, это не гриб. Я не знаю, где еще брать грибы. Вау, вот гриб, ушенка, да? Это не ушенка, да, вот ушенка. 7 из 10. Эти на бревнах растут. На бревнах и на деревьях.
Ну тут уже светает. Да, веселая ночка выдалась. Но грибы все не собрал. Стоять? Вот здесь что-то есть. Сволочи, дайте мне ночных грибов хотя бы. Все собрать. Но я же здесь все обошел. Я думаю, что, конечно, где-то тут выполз. В кусты, главное, не попасть, опасны. Так, там я был. Здесь я был. То некоторые грибы даже издали можно увидеть. Здесь же ничего не вижу. Не хлобысь низ. Вот опасный куст. Полуночник, охренеть. 6 из 8. Вот вам, пожалуйста, гриб, да? Пару полуночников. Нет бы они... О, еще вижу какой-то. Ничего себе, удача. Лунный вельт. 5 из 6. Лунный вельт, один остался. 2 полуночницы, 1 лунный вельт. Ну, лунный вельт видно издали. А вот полуночницы нет. Неужели мне по одному грибу дали на каждый вид точное количество? О! Кошачий зуб, это дневные. Ёшкин кот, как же что-то... Ой, что-то произошло. Сейчас еще игру заглючено. Я сохранился-то, конечно. Ну да, настоящий грибник. По камням. Пчелы, не пчелы. А тут что лежит? Эх, это не гриб, это камень. Куст, 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 не умирай. Ай. Жалко, трачу так драгоценные свои вещи, эти трачу. Продукты, которых можно больше нигде не найти. В куст залез, зараза. Во, нашел, олух. 5 из 6. Неужели я тут не был? Может, и не был. О, еще что-то лежит, да? А, это я масло разлил здесь. Вот, еще один вижу. Интересно, они за ночь вырастают? Все, олухов собрал всех. 3 осталось. Вида дневных. Как же это сложно. Это что? Не влезь в траву, иначе она тебя убьет. Нет, я здесь был. Здесь я бы гриб разместил бы обязательно. Или я, может, уже здесь собрал бы. Всю ночь потратил на сбор грибов. Слышишь, я тебя... А, я тебя отбирал. Я же с тобой драл. А, вон еще гриб. Вот, вижу, грибарик живет. Вот ты мой лунный вельт. Все, осталось 2 полуношника. Офигеть. Как же я тебя нашел-то? В траве. Осторожно, это опасная трава, да. Это та, которая убивает. Здесь их на мосту не может быть, этих грибов. Да сомневаюсь, они говорили, что они в лесу растут только. Нет! Нет, не падай! Я не могу прыгнуть. Я застрял. Так, надо переодеваться, если меня, конечно, не найдет этот ублюдок. Как-то, что тут переодеть? Назад.
Лицо закрыл? Да, чуть не упал. Обалдеть. Уже вниз начал лететь, скользить уже начал. Ё-моё, а что меня видит? Что меня сдаёт? Юбки нет. Всё. Фух. Фух. Чуть не спалился. Юбку потерял. Грёбаные грибы. Два гриба осталось ночных. Но где же вы? Ну тут явно какое-то зелье надо выпить, чтобы их найти. Но это самому это же нереально отыскать. Ну здесь я уже сдаюсь. Это же рассвет, по-моему. Это уже арсенал. Ну все, я все, что мог, сделал. Я всю ночь прошлялся здесь с грибами. И не нашел даже половины их. Нет, ну половину нашел. Даже больше, 75% нашел. Но не нашел, обидно, что ночные не нашел. Их они сейчас исчезнут. А может, в следующей ночи не заново появляются? Ну все, уже рассвет, здесь уже их не будет. Зараза, как же обидно. О, ушинка с другой стороны. 8 из 10. 8 из 10. Они на бревнах растут в основном. Но уже рассвет, все. Что же делать, нечего. А ну давайте посмотрим по заданию. Грибник-любитель. Губчатка одна. Две ушинки. 5 кошачьих зубов, но это на камнях. Губчатка не знаю, где растет. А здесь вообще 2 полуночника где-то надо найти было, да и все. Это мне не удалось сделать. Обидно. Вот здесь ушинка может быть на вот таком вот куске дерева. Но я его уже обобрал. Может выше. Кошачий вот какой-то там глаз или что там. Вот. Он на камне должен находиться. Поэтому это камни важно обыскивать. Но камни я уже... Вот кошачий зуб. Да, на камнях он где-то, на крепости. Крепость это все наше. Обтираешь стены и находишь, если, конечно, повезет. Если он здесь есть. Да, просто обтираешь стены. И дальше обтираешь стены. Еще один где-то висит. Только не попади никуда в яд. Или в какое-то растение опасное. Ушинка где-то на деревьях. Но я уже обтер каменное все, что можно. Вот этот еще каменный. Каменная хрень, надо ее обойти. Здесь нет. Твою мать, сколько раз попадаю в это уже дерьмо. Вы заметили? Как специально. Ушинка, здесь дерево есть на дереве? Сволочи! А вот опасность. Вот такое же растение. Ну, один где-то на стене прилепился. Ушинка где-то прилепилась на дереве. А вот этот кошачий глаз или кошачье что-то там, он где-то здесь. На одной из стен. На одной стене висит. А ну а где губку искать, я не знаю. Может даже в пещере быть, кстати. Я тут парочку ж находил, помните? Может быть даже здесь быть. Нет, здесь его нет. Он такой маленький, блин. Он грибок. А, здесь я уже обходил. Ну, давайте сохранимся, а то сейчас попаду еще куда-нибудь. Ай,
где же искать-то остальное добро? Прискорбно, конечно, прискорбно. Но зато... норму по грибам сделали мы с вами конкретную. Тут у нас что? Ничего тут быть не может? И роза может быть где-то здесь в саду прикреплена. Ее просто, ну, просто не увидишь. Смотришь под ноги, она может где-то над головой висеть. Мне еще 7 роз надо найти, не знаю. Кстати, вот эту башню надо обойти, но аккуратно надо обходить. Сундук какой-то. Но здесь нет. Здесь нет. Здесь, может, и была, может, я уже нашел. Березы тут всякие. Вот про эту я башню говорю. Здесь не может быть гриба вверху. Хотя, по-моему, я вижу вверху гриб, нет? Губка. Губка, где же ты, губка? А здесь опасность быть укушенным. Но тут могли сделать еще, чтобы я не использовал этот костюм. Чтобы я запрыгивал. Вполне могут сделать. Такую же хрень. Типа, залезть куда-то надо. Я ж не могу прыгать в этом костюме, поэтому... могли меня лишить вообще доступа к тому или иному грибу. Вот здесь, например. Ну, я бы здесь гриб положил бы, если честно. Все, я застрял. Молодец, снимай юбку. Красавец. Все равно не можешь прыгнуть. Быстрее одевай. Все нормально. Все, я сдаюсь. Может, я сам еще здесь поброжу когда-нибудь. Но я сдаюсь, у меня 3 гриба осталось, буду потом искать как-нибудь. Давайте возвращаться назад домой. Может, они здесь росли. Я, кстати, находил грибы не только в этих местах. Они попадались и в каких-то подземельях у меня, по-моему, я пару грибов находил. Не обязательно, что они именно здесь растут. Может, еще где-то быть. Да даже здесь где-то может расти. Вполне возможно. Ладно, пойду вздремну. Вот здесь мог гриб расти. За дверью мог гриб расти. Да где угодно он мог быть. Так, свечи мне не нужны. Палки бы мне набрать. Ладно, давайте часик вздремнем. И пойдем забирать наш яд. Что-то я немного себе здоровья восстановил, если честно. Посторонись. Стража идет. Пошел вон. Эх, грибочки, грибочки. Где же вы? Так, тут со мной кто-то хочет поговорить. Сейчас мы узнаем, кто именно. А, здесь я еще не слишком тщательно искал, потому что мне не давали здесь искать. Подождите, я еще здесь не был. Здесь постоянно меня кто-то пытался согнать с места. Стоять.
Ключей никаких нет у тебя? О, вот здесь я не мог стол обшарить. Где же есть карта? А что ты здесь залезть не можешь? Мне просто интересно. Главное, здесь залезть может, а вверх на стол не забраться. Ну никак не забраться. Ты же там можешь залезть. Какого хрена ты здесь не можешь это сделать? О, можешь. Карта судьбы. Так, тут свечи. О, масло сейчас зальем. Там ничего нет? Отлично. Может, кого-то еще обобрать надо? Может, с тем, с кем я в карты, вернее, в кости играл в прошлый раз? На кухне, помните, было такое дело у нас? Так, а тут что? Хорошее окно, а нельзя окно открыть? К сожалению. Это мы с вами к силосу, наверное, сейчас сбираемся, да? Да, скорее всего, здесь силос обитает. Да, здорово, силос. Дела хреновые. Я все еще ищу противоядие. Прости, я должен идти. Нифига ты мне не подсказал. Нифига. Это гриб? Нет, у меня уже грибы мерещатся везде. А здесь я был, да. Здесь я ничего интересного не нашел. Хотя... Может быть, невнимательно искал. Где же зачем-то стоит лавочка? Но здесь явно ничего. За это дернуть нельзя, нет? Странное место. И там тоже ничего. Живописненько, конечно, но бесполезненько. И здесь я был. Еще должны быть секретные какие-то ходы. Но я, когда возьму противоядие, думаю, тогда что-то распутается у нас с вами. А, здесь я находил какую-то часть. Часть чего-то находил. Да, помню это место. Это можно сжечь. Почему я это до сих пор не сделал? Даже не знаю. Мне нужны, что ли, плюс 25. Здесь не упасть. Ладно, давайте здесь сохранимся. Ну все, поехали мы с вами. За противоядием тогда. Нам ничего больше не остается. А может, хватит тех грибов, которых я собрал? Он сказал, мне 7 видов всего надо. Может, с ночными и будет 7 видов, нет? Или это не то, что я думаю? Я же не думаю, что все надо собрать. Но представьте, насколько это моторошно-то все это собрать-то. И нудно. Тем более, я прочесал все, что мог. Я реально прочесал все места, прочесал, какие только были. Может быть, конечно, где-то какой-то грибок запал куда-нибудь. Кстати, это нельзя срезать. Ладно, уйди, крыса. Не до тебя сейчас, зараза. Не видно ничего из-за тебя. Кстати, тут не может быть ничего в камине. Палки. О, палки я потратил, хорошо. Может, где-то на стене ключ висел.
Ну, такое дело. Увидел, не увидел, называется. Мне бы еще к игроку в карты заглянуть. Вот это было бы мне интересно. Так, этого я уже убивал и обыскивал. Здесь сундук, по-моему, не, нет, открылся нормально. Так, это что за место? Чеснок. Яйца еще, кстати, жука надо найти. Может, конечно, у кузнеца спросить и не мучаться вот этой страданием, которым я занимаюсь. Спросить и все. Кстати, а на карте не было грибов обозначенных? Может, я что-то и не дожал кнопочку просто. Что? А, бутылка нужна, да. Реально, может, я кнопочку надо было нажать, и грибы бы появились. Но это было бы, конечно, очень просто их найти тогда. Так, игрок с картами здесь. Я знаю, где он, что он здесь находится. Тут еще и стражник есть. Что у тебя есть спереть? Совый платок. Ничего интересного нет у вас. Ключ от ящика. Стой. Как же мне это украсть? Есть. Ключ от ящика. О, там кто-то варит что-то. Нифига себе. У этого взять нечего. Мисс. Нифига себе. Кухарка. Добрый день, дружок. Присаживайся, сейчас подойду, вот только... О, новенький, я тебя раньше не видел, рядовой. Я Скаф, рядовой Скаф. Ой, прости, дружок, я ужасно плохо запоминаю имена. Но где же мои манеры? Я Реция, ну или Ама Реция, как все меня тут называют. Ама Реция, приятно познакомиться. А, мама, помните, мы с вами читали? Итак, значит, теперь мышам разрешается вступать в крысиную гвардию? Да, верно. Как ж скажешь. Может, я старая, но я точно не дура. Ты не стражник. Нет, ты заключенный, не так ли? Твою мать, я не сохранился. Ты забрел далековато от главных ворот, если ищешь выход. Итак, что привело тебя на мою кухню? Кухня она меня не сдаст. Вы не могли бы дать мне немного еды, пожалуйста? Раз уж тебе так нужна еда, дружочек, я бы попросил тебя об одном одолжении. Наверное, ты уже видел в саду нашу пасеку. Да, видел. Прошлым летом у нас было нашествие клещей, поэтому пчелы покинули и улетели в лес. С тех пор у нас нет меда. Если тебе удастся найти и вернуть до трех маток, остальные пчелы последуют за ними. Сделай это и, может быть, потом взять столько меда, сколько пожелаешь. А если нет, посмотрим, у меня много завалялось, тут несколько кусочков. Но ты должен дать мне что-то взамен. А как насчет жуков, есть лишнее? Только зеленые, боюсь, да, за 3 флорина. Спасибо, может, позже. Может, тебе еще что-нибудь нужно, дружок? А как насчет жуков? Сыр, я бы хотел кусочек сыра. 4 флорина, спасибо. Пошла вон с такими деньгами. Вообще, блин. Морковь, у вас есть морковь? Я могу дать тебе 3 морковки, скажем, за 2 флорина. Спасибо, может, позже. У вас есть хлеб, горсть зерна, мне бы яблоко. Как насчет желудей, мне бы пару грибов. О, может, грибами поможешь? Хочешь 2 пучка грибов за 3 флорина? Спасибо, может, позже. Короче, можно мне все купить, все что угодно. Спасибо, обойдусь. Не изнуряй себя дальше, дружок, а то совсем уже отощал. Вы сдадите меня? Ну что ты, дружочек, нет, конечно. Хотя будет лучше, если ты не станешь появляться тут слишком часто. В столовой всегда полным-полно стражников. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-то случилось. Что готовить, Амма? Кашу. Хочешь попробовать? Совсем чуть-чуть, Амма, если можно. Подожди, пока остынет. Напомни мне дать тебе попробовать перед уходом. Я не забыла о ваших пчелах, Амма. Ищи их в лесу, дружок. Либо там, где... Либо когда-то на... Либо там, либо где-то на северных склонах. Что ж, пожалуй, мне лучше уйти. Погоди, мышь, вот. Каша готова, попробуй. Вы пробуйте блюдо Реции и чувствуете, как к вам возвращаются силы. Ай, квест. Я не нашел всех гнезд. Я так и знал, что будут... Надо будет вот эти матки собрать, пчел. Наверное, последний. А нифига себе тут квестов. Пасека, вот он, последний квест. Отнести по матке в каждый улей. Найти взрослую матку, найти молодую матку,
найти личинку матки, но личинку матки я не нашел. Где улья находится, я помню. А вот где личинку матки взять? Этот вопрос мне неизвестен. И... Ну, у меня, кстати, есть ключ от сундука, который я только что взял. Но нет ключа от кухни. Это, возможно, дверь куда-то бы меня привела. Я думал, он будет... А, может, он у нее... Тебе можно спереть что-нибудь? Или он где-то висит над головой, я просто на него не обратил внимания. Но вряд ли он бы висел где-то здесь. Скорее всего, он висит где-то здесь. Улей еще один нужен, но я обошел весь лес. Улья нет больше в лесу, иначе меня бы пчелы зажрали. Значит, надо искать где-то в другом месте. Бесплатный хлеб. Вот это место. Вот здесь бы я повесил ключ, если честно. Я бы реально здесь бы повесил ключ. И зачем-то ведро. Вообще, эта комната для меня непонятно зачем нужна. Кстати, днем появляется намного больше людей, чем в ночное время. Чё здесь нельзя залезть? А, здесь есть вот. Нет, только не застрянь здесь, ты здесь не сможешь переодеться. О, сыр. За это спасибо. Хоть какая-то еда. Ну где же эту матку искать-то? Пчелиную теперь. Я так и знал, что их надо сбивать, эти ульи. Грёбаные. Ладно, пошли. У нас есть ключ и есть несколько сундуков. Может быть, что-то сейчас ими и откроем. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Так, давайте здесь засейвимся. Будем с нетерпением искать. О, вот этого чувака я еще не провидал. Он мне сказал прийти сюда днем. Пу, стоять, а тебя я убивал? Да, тебя я выключал. А вот этого я точно не выключал. А вот это... О, ключ висит. Нифига себе. Ключ сундука. Чё? О, идиота обобрали. А, вот это не открылась дверка. Помню, помню. Ключ от сундука в галерее. Капюшон следопыта. Угу. Пояс еще надо найти. И, кстати, мне сказали зайти вот сюда. Днем. Стоять, а что я не могу войти? Что ты, что... Снова ты, что такое? Мне нужно поговорить с командующим. Ты разминулся с ним, он до вечера будет в гавани. Слышите, я не могу к нему попасть. Ладно. Я разминулся с ним. А как же к нему попасть, если такие дела творятся? Что, мне ничего не остается, как тебе... А, вот здесь. Вот здесь сундук какой-то был. Который нужно было открыть с ключом. Я, правда, сейчас утону, наверное, здесь, да? Нормально. Вот этот я не мог сундук открыть. Зараза, это не тот ключ. Да что ж вы... Не тот ключ. Блин. От чего ж этот ключ? Неужели от сундуков в казарме? Мы сейчас попробуем. Чё бы не попробовать.
Сейчас, может, мы кузнеца чуть-чуть еще с вами потрясем. На случай, если нам нужен будет, что нам нужен будет. Яйца жука я не нашел. Хоть убей. Где они могут висеть? Да где угодно могут висеть. Как и грибы. А можно было бы докупить бы грибы, которых не нашел? Вот это было бы классно. Так, я теперь могу здесь ходить спокойно. И дергать все сундуки, какие только вижу, да? Нет. От чего ж этот ключ-то, боже мой? Ключ от ящика. Одного из стражников. А, одного из стражников. Одного из стражников. Понятно? То есть какой-то может открыться. Так я уже, по-моему, всех стражников тогось. Ну, в смысле, обыскал. Значит, какой-то должен открыться. Может быть, этот. Нет, этот я открывал уже. Спящих, наверное, лучше не трогать, что-то мне так подсказывает. Мое чувство. Тем более не взять-то ничего. Вот. Мы нашли. Здесь ничего полезного, вы что, издеваетесь? Я сюда шел ради того, чтобы ничего не найти. Короче, это издевательство. Пустой сундук подбросить. Ладно, здесь остался один закрытый сундук, и там один закрытый сундук. Короче, надо дальше обыскивать этих ребят. У кого-то из них явно может быть что-то. Это брюхо дел мой. Бутылку, наверное, можно взять одну? Бутылки я уже набрал. Вот еще сундук. Здесь хозяин явно валяется здесь. Тут хозяина нет. Ну и открыть ничего нельзя. Этот я уже вскрыл. Короче, надо дальше искать. У этих нехороших людей. Способ залезть в сундук. Не получилось мне найти тут что-то такое уникальное. Хотя мне тем двум мышатам надо принести именно с сундука какую-то добычу. А кто ж у меня еще не обысканный-то остался, а? Здесь даже всех обыскал, кого только можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Это весьма печально. Кузнец, ты не продашь мне пару информации? Ну, хоть какую-нибудь. Мне сейчас идти обратно за ядом. Не хочешь мне что-нибудь рассказать? Кузнец? А, вижу, ты теперь на службу у Красной Лапы. Ты что хотел, рядовой? Это место настоящий лабиринт. Нет, поможешь мне разгадать загадку? Может, и помогу, что за загадка? Как убедить вора тебе помочь? Вот тут какие-то странные кольца, что они означают? Как убедить вора тебе помочь? Готов ли ты отдать за это 2 флорина? Да. Говорят, воры уважают только своих. А, надо одеться, и тогда ты сможешь убедить тех двоих. То есть мне надо костюм вора одеть. И тогда они мне поверят. Помните, с трубой 2 мышонка. Давайте нажмем И. Сделай так, чтобы они подумали, что ты вор. Ладно, ты еще что-то хотел. Теперь я понял. Можешь разгадать загадку. Мне нужно кое-что найти. Сможешь жучиные яйца, алые грибы и желуди. Где мне их найти? Вот. Жучиные яйца. Я мог бы тебе в этом помочь, скажем, за 2 флорина. Ну давай. Вот жуки, откладывать яйца в самых высоких местах, какие могут найти. Алые грибы растут только на костях мертвецов. Что же касается пучка желудей, если ты сам не догадаешься, где найти желуди, то, боюсь, ты безнадежен. Возле дуба. Ладно, я могу чем-то помочь. Еще надо какую-то информацию мне найти. Мне надо найти пчелиные ульи.
Дикие грибы в лесу, скажет, да? А ну, скажи мне, где ули найти. Ну, давай. Их можно около старой башни внизу на северных склонах. Северные склоны. Старая башня. Тебе нужно будет их чем-то сбивать. Ну, я и так два нашел. Я могу тебе еще чем-то помочь, Ролла. Ладно, деньги-то не главное. Я ищу кое-какую одежду, да? Ну, расскажи-ка, что ищешь. Хочу найти костюм пирата, хочу найти три капюшона из мешковины. Вот этот капюшон мне нужно найти. Три капюшона из мешковины. Я подумаю об этом за два флорина. Ну, давай, блин. Так, давай подумаем. Личные вещи осужденных хранятся в тюрьме. Посмотри в сундуках и шкафах возле камер. Я два нашел уже, так. Если там не найдешь, возвращайся ко мне. Ладно, ты еще чего-то хотел. Нет, спасибо, ты меня так уже ограбил. Я и так там все обыскал. Слышишь, за такие подсказки? Мушня. Кое-какую одежду. Есть соображение? Да, я тут поразмыслил с прошлого раза, и мысли появились. А ну давай, это стоит два флорина. Зараза, он мне сейчас скажет, в ящиках ищи. Да, как, дай-ка подумать. Вот я отметил на твоей карте несколько мест, где можно начать поиск. О, это интересно. Ну, наконец-то он. И где здесь ты отметил что? Вообще ничего не отметил. Наверное, в канализации, что ли, да? Нет, ну за это спасибо, конечно. Это, конечно, классно. Мне нужно кое-что найти. Мне надо найти кое-какую одежду. Вора, мне не хватает пояса. Костюм вора. У тебя есть 8 флорин? Нет, у меня нет фул. Нет, нет. Пояс я сам найду. Я и так все нашел. Все, спасибо и за то, что помог. Спасибо и на том. Другого нам не надо. Благодарствую, друг мой. Да там еще сжечь. Как ее сжечь? Это же не достанешь. Да и это можно сжечь. Я сохранился, да? Нельзя сжечь, ведь. Теперь можно сжечь. Ой-ой-ой, здесь кто-то что-то поджег. Ужас какой, ужас. Вызывайте милицию, полицию, пожарных. Так, и тут также можно сжечь. Подожди, я же здесь что-то видел. Здесь тоже что-то можно... А, вот это можно сжечь. Но мне не даст он это сделать, пока я не брошу палочку. В принципе, можно это и сделать. Но он не отвернется никогда, да, я так понял. Ладно, мы заставим тебя отвернуться. Иди посмотри, что там происходит. А я пока заработаю 25 опыта. Ой, там тоже кто-то поджег. Не замок, а какой-то притон разбойников. Обидно, что я не нашел улей последний. Вот именно если там, где находится этот улей последний, вот там-то, блин, свеча сейчас догорит, вот там-то и находятся те два гриба или три, которые мне нужно было отыскать. Вот я вам гарантирую, что так все и было. Вот это еще место, вот это очень интересное место. Я поднялся наверх, но ничего там не нашел первый раз. Но зачем это место нужно? Спрятаться от стражников, которые за тобой могут прийти, да? Гриба я здесь не увидел. Розы тоже. Может, конечно, что-то засунули, запихнули, спрятали. Да, ну, как сказать, не очень-то, чтобы сильно. Не понял там. Ладно, пошли за ядом. Может, на карте что-то появится. Этот сказал отметить, а что он тут отметил? Без понятия. Я тут уже все обыскал, даже гриб нашел. Палка даже валяется ненужная.
А, здесь же возле этих ребят. Подожди, а что это такое? Телега разломанная. Подожди, нифига себе. Зерно никому не нужное, спасибо. Я на траве столько сожрал в этот раз. Палка. А я тебя обыскивал, друг мой. Да. У кого ж еще ключи-то понаходить-то, зараза? Кого-то я еще не вырубил. Вот еще тайный проход. Вот это вот дерьмецо. Вот это дерьмецо. Как-то их надо подергать, что ли. Может, я сейчас, друзья, методом тыка я могу это вскрыть. Просто одно ставишь и прощелкиваешь следующее. Потом ставишь следующее, прощелкиваешь. Я пока еще ищу ваши капюшоны, не нашел еще. Так поторопись, да, поторопись. Можно попробовать. Вот смотрите, сейчас оно внизу. Тут-то всего несколько вариантов. И прощелкаем раз. Пока не откроется, вот так вот. Мы работаем. Два. И поехали прощелкивать. Как когда-то должно же открыться эта зараза. У меня нет, правда, чертежа. Может, они мне его за что-то дадут. Но я же могу это вскрыть и без чертежа. Только не говорите мне, что это не сработает, если у меня нет чертежа. Это нечестно будет. Потому что любой код открывается... И любой замок открывается вот таким методом. Зараза. Может, еще третий, конечно, есть где-то скрытый. О, ну чё? Ну чё, а? Я же говорил, скрою. А вы сидите здесь, два дятла. Скрыл. Скрыл, блин. Нет, ну это очень просто. Я тройные вскрывал в свое время. Нет, я не был вором в играх. Смотрите, как кому интересно. Один вниз по диагонали, один вверх по диагонали. Ну, в общем, как-то так. Интересно. Грибы. А, это съестные грибы. Зараза, я-то думал. Я нашел то, что искал. Дайте мне фонарь. Чтобы ничего не упустить. Что это за место? О, грибы еще, да? Что это такое? Рубильник какой-то? А, просто быстрый проход куда-то. Не столь важная вещица. А куда это проход? Фе. Я-то думал. Тут что-то такое сейчас открою. Это просто проход во двор. А, к мышарам быстро попасть можно, видите? Без всяких проблем. Забежал и выбежал. Прям как обманули как будто. Ну понятно, если его можно вскрыть легко таким методом, каким я воспользовался, то конечно. Ладно, пошли яд забирать и будем финишировать сегодня. Набегались мы. А, здесь можно фонарь заполнить. Благодарствую. А свечей здесь нет? Так, это я читал. И книги я здесь все собрал. Кувшин с маслом. Зерно не нашел, пожалуйста. Там вон свечи бесплатные, но свечи у меня есть. Да поставь ты этот стул-то уже. Да, свечи бесплатные. Ну, такие нужны. Здесь я ключ когда-то срывал. Так, стражник, вот ты, именно ты. Вот ты, ходящий туда-сюда. У тебя точно я ничего не находил? Платок. А ключа у тебя нет?
Нет, ключа у него нет. Стоять, а тут должна быть карта. Он сказал, что-то отметит. Вот, отметил первый капюшон. Смотрите, есть капюшон. Знамя. Он сказал, что здесь находится. Но я здесь, понятное дело, его брал. Нет, он здесь лежал всю жизнь. Офигеть, вернитесь, Гаст и Фаталь. Он всегда здесь был, этот капюшон. Как я его мог про... Подождите, я же здесь прятался, когда... Я же здесь прятался, вы что? Ты, наверное, кузнец его просто подложил, или... Или я не прятался, или я здесь просто пробегал мимо. Нифига себе, под носом всю жизнь лежал. Так, тут у меня должно... Да, быстрый проход работать теперь. Вот это да. А я ищу, хожу. Так и яйца где-то находятся. Яйца вообще, говорят, где-то высоко находятся. Но одно яйцо я нашел на самой высокой точке. А вот второе где найти? Надо будет в следующей серии над этим подумать. Привет, спящий. Не спящий, вернее. Эй, а это ты? Заснуть не получилось? Нет, все без толку. Могу еще тебе спеть. Не расскажешь мне, почему не можешь уснуть? Можешь рассказать мне историю? Подожди, вот что еще. Капюшоны у меня. Хорошо, но лучше подожди и сам отдай Гаста. Я пока еще не собираю для снотворного напитка. Мне яиц не хватает. Скажу, откуда ты знаешь мое имя? Мы видели, как вы с женой выступали в порту несколько лет назад. Зрители от вас глаз не могли отвести. Тем проще было бы их очистить. Заснуть не получилось, ты бы знал, как я хочу уснуть. Можешь рассказать мне историю? Могу тебе еще спеть. Хорошо, только не эту глупую колыбельную. А какую же тебе спеть? А что я тебе пел, а что не пел? О трусливом короле, воин в золоченых доспехах. Давайте я вот эту вторую спою. Я не знаю, понравится тебе, не понравится. Понравилось. Интересно, будет ли про нас петь тысячу лет? Может, дело в музыке, а может, твоей воображительной личности, но я вдруг очень-очень... Ух, заснул. Вторая ночь, третья ночь, надо его еще усыпить будет раз. Измученная мышь засыпает беспокойным сном. Удалось его второй раз усыпить, а третий раз мы сможем усыпить, когда найдем яйца жука и сварим... Как его? Как его? Снотворное, вот. А яйца жука надо искать где-то высоко. На одной башне я был. Значит, где-то и вторая там же находится. Ну все, не получилось мне их застать в дневное время. Значит, пойдем заберем яд. Капюшоны собрал. Да неужели? Да, скорее всего, я просто здесь пробегал как можно быстрее. Хотя, по-моему, я прятался. А, я прятался, но не обчистил сундук. Я не залез в него. Я просто в него спрятался быстро. Капюшон я его не тронул. Но если бы, конечно, не покупка информации, я бы никогда в жизни сюда снова не заглядывал бы. Это я гарантирую просто. Но этого я обчистил хорошо. Здесь у меня точно ничего нет. Надежда на последнего остается. Подожди, давай вот этого проверим. Сейчас еще одного проверю и пойду через вторую дверь. Кувшин с маслом. Нет, у меня все нормально. Вот этот еще ходит. Я его тоже, по-моему, оббегал. У него может быть ключ. Вот этот, да. А ну стой. Окей, в этот сундук не заглядывал, прикиньте. Носовой платок. А с тобой поговорить, что ли, можно еще? Реально с тобой поговорить можно? Да подожди ты, у меня не такие большие ноги. Стой, кто идет. Я тебя здесь раньше не видел. Я рядовой скаф. Скаф? Я новобранец, это мое первое задание. Сейчас я, по-моему, получу. Ха-ха, не повезло же тебе, что можешь доложить.
Из тюрьмы сбежал заключенный мышь. Кто был на посту? Снорл, этот дурак, так напился, что не заметил открытой двери камеры. Что может... можете доложить? Странное дело, какой-то скрыга украл у Джероба флажок взвода. Кому понадобилась крысиная соплетерка? Что можешь доложить? Ты слышал, пропало 3 пропуска? Нет, я не знал. Что бы это могло бы быть? Не знаю, скрыга какой-то. Из-за этого какой-то командующий отменил все увольнительные на месяц. Кажется, я опять пропущу день рождения сына. Что можешь доложить? Дай-ка взглянуть. Ничего в голову не приходит. Мне нужно идти. Эй, погоди, ты ведь скаф, да? Командующий хочет, чтобы ты зашел в его кабинет. Да, я зайду в кабинет. Только я уже несколько раз пытался зайти к нему в кабинет. Но у меня ни хрена не получилось. Слушайте, еще и со стражниками можно говорить, я не знал. Я зайду, только сначала пойду яд заберу. Как-нибудь. А вот это что я не сжег? А, я его сжег, да? Или не сжег? Нет, это нельзя сжечь. Ладно. Побежали. Яд заберем, наконец-то уже. Сколько уже можно-то? Вторую ночь-то с вами здесь находимся. Вот здесь наверх можно подняться и через дверь спуститься на подъемнике вниз. Так, рычаг подъемника. Ну что, сейчас цель номер 1 это, естественно, яд. Цель номер 2 это отдать капюшоны 3. Но это днем надо можно будет сделать. И цель номер 3 это найти яйца для бессонницы чувака. Я его дважды усыпил колыбелью. А третий раз, наверное, надо все-таки яйцами его усыпить. В смысле, яйцами жука. Ну давай свой яд. Я чуть-чуть запоздал, приятель. Что тебе нужно, мышь? Как дела с противоядием? Оно готово, возьми-ка. Аптека дает вам фляжку с противоядием. Носи с собой. И используй экономно, но может спасти тебе жизнь. Поговорит с Силосом, надев доспехи. Я пока не нашел для вас образцы грибов, сэр. Некоторые из них и правда редкие. Полагаю, хорошие экземпляры можно найти в лесу вокруг дальней башни. Простите, но мне пора. Ну что, теперь к Силосу. В доспехах. Это у меня уже есть доспехи. И я готов, в принципе, идти к Силосу. Что он мне там скажет? Но меня еще главнокомандующий хочет видеть. Но я не могу его никак застать. Наверное, скорее всего, здесь есть какая-то череда квестов. Скорее всего, просто надо сначала побывать у Силоса, а потом он отправит меня, наверное, главнокомандующим. Но мне еще у мышей бы хотелось побывать немножко. Так, я успею добежать, нет? Успела. Несмотря на свой огромный вес, моя мышь забежала куда надо. Так. Это я где? Да, нормально. Нет, не нормально. Что это за место? А, мне вниз. Здорово, спящий. Заключенный сбежал. Будь начеку, вдруг увидишь его. Ты знаешь, что он? Обычная мышь, ничего важного. Что можешь доложить? Пока ничего. Мне нужно идти. Ты уже был у командующего? Не был. Но обязательно побываю. Там уже не рассвет у нас случайно, нет? Мне пояс еще вора найти. Тогда я обману из подзорной трубы, тогда проблем не будет. А где мне пояс-то найти? Твою мать, он не работает. Подъем... А, нет, работает. Ух, я думал, бегать пришлось бы. А зачем я сюда пришел? А, к Силосу иду. Эти ж спят еще. Конечно, надо рыхнуться. Ну и заключенный. Камера открыта. Бери, беги. Куда хочешь.
Так, ну этого я обыскивал. Я не знаю, что еще можно здесь отыскать. Этого я обыскивал. Это в арсенал. Мы пошли к Силосу, у него хоть там переночевать можно. Один день. До утра, в смысле. Палка? А у меня есть палка? У меня есть палка. Силос, я не помню, куда идти. Это не так-то легко и сделать. О, тебя я выскил. Приятель, тебя я обыскивал. Да, платка нет, значит, обыскивал. Хм, а куда ж идти? А, вот сюда. Улья, кстати, можно разместить здесь. Вот, три улья. Я могу два сейчас разместить. Но я подожду третий. Тогда здесь заведутся пчелы. Так, дайте сохранить перед ним, мало ли, чем психанет еще. А куда вот эта дверь открылась? Я забыл. Куда она нас вывела? В начале серии мы ее открыли. Куда она нас ведет? Вот это гриб? Нет, это рычаг, зараза. По-моему, в арсенал, да? Да, в арсенал. Дальняя башня. Это оно и есть. Вокруг дальней башни сказали искать грибы и улей. Ладно, будем искать, если надо. Быстрый подъем к Силосу. Тем более с моим-то перемещением. Это спасение просто. Все, высадите меня. Вот здесь могут быть яйца жуков. Это верхняя точка, по идее-то. А они могут здесь реально быть. А они реально могут здесь быть. А вон я их вижу уже, друзья мои. Кошмар, я нашел яйца жуков. Вон, самое вверху. Проблема. Надо переодеться. Я нашел их. И теперь будет у меня зелье для противоядия. Ну тут можно раздеться, да? Можно раздеться. Вот они, родимые мои. Вот они, мои родимые. Все, вернитесь к Фаталь. Теперь у меня два квеста с этими ребятами связано. Да, это большая моя удача. Ты не разбился? Немножко, я вижу. Это моя большая удача. Одень снова все, что есть. И можно теперь поговорить. Но сначала, наверное, сохранись. Как я жуков нашел? Это великолепно просто. Просто в голове держал, что повыше надо искать. И нашел. Ладно. Что скажешь дальше делать? Силос. Что такое? У меня есть противоядие, и я нашел доспехи. Вижу. Ну и что ты думаешь? Думаешь, ты готов. Но боюсь, тебе нужно явиться командующему. Что может понадобиться от меня командующему? Ты новый стражник, переведенный из Ювы. Я удивлюсь, если он не захочет на тебя посмотреть. Командующий, где его искать? Его кабинет во дворе в районе Южной галереи, прямо над казармами. Он сейчас должен быть там. Ночью? Вряд ли. Что ж, думаю, у меня нет выбора. Все будет в порядке. Потом тебе лучше всего пойти к западным воротам. Каким еще западным воротам? Отряд скоро соберется. Вот. Крыс дает вам сложенные и опечатанные документы. Отдай это стражнику. Пока не увидишь возможность ускользнуть, держись поближе к остальным. Ты не сказал мне, что я должен найти. Лови.
Крис бросает вам монету. Вы ловите еще один приятный вес в ладони. В гробнице героя Дуинлана ты попадешь через катакомбы. Куда ты попадешь через катакомбы? Найди деревянный сундучок примерно такой по ширине с каким же серебряным знаком на крышке. Похоже, он тяжелый. Послушай, я тебе сейчас полностью доверяюсь. Думаешь, я вор? Надеюсь, что какой-никакой да вор, иначе какой с тебя толк? Тающие башни — коварное место. Не спеши никому тут доверять. Тающие башни. Уже много веков крепость на Дуинлановых высотах защищает восточный берег озера Ваэля. Некогда прекрасная... это наши башни. Ты уже читал. Даже тебе? Да. Хотя выбора у тебя и нет. Это опасный мир. Для маленького мышонка. Отправляйся к восточным воротам. Но ворота здесь только одни, к которым я подходил уже несколько раз, судя по всему. Так, что вы мне там дал разное? Чем там мне дал-то? Ключи, противоядие. Это мне отдать надо. Это что такое? Серебряная монета. Со странной отметинками на чем-то там. Пчелиная матка. Их у меня две разновидности. Третьей просто нет. Обол стражника. Их, наверное, использовать надо. Два яйца. А на кой мне противоядие? Не знаю. Ключи. Ну ладно. Спасибо, что помог, типа. Я тут, наверное, перекантуюсь какое-то время. Три свечи. Перекантуюсь здесь, друзья. Здесь можно, кстати, выспаться. Может быть, схожу сейчас вниз... Попробую поискать жука. Смотри, сколько времени сейчас. Три утра сейчас у нас. 2:40. Может быть, сейчас рвану, друзья. Чтобы не мучаться. В следующей серии в начале. А с утреца мы сразу пойдем к нашим заключенным. Отдадим им то, что должны. И будем идти к командующему. Посмотрим, что с этого получится. Спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Shadow, Игровые Миры. До новых серий в Ghost of the... Tale of a Tale. Пока.